США суд окончательно отказал животным в авторских правах на фотографии. Прецедентом стала долгая тяжба, которая началась из-за знаменитого селфи обезьяны. В 2011 году американский фотограф Дэвид Слейтер наткнулся в джунглях Индонезии на стаю хохлатых павианов. Обезьяна по кличке Наруто выхватила у него камеру и сделала серию эффектных снимков. Фотографии стали публиковать в интернете без разрешения автора, мотивируя тем, что на кнопку затвора нажало животное, а значит и право на снимок принадлежит ему. Слейтер пытался оспорить это утверждение, и вот теперь американский суд окончательно встал на сторону фотографа.